Теперь COVID-19. За минувшие сутки этот диагноз подтвержден у 239 человек. Таким образом, общее количество инфицированных приближается к 68,5 тысячам. Известно также, что коварный недуг унес жизни еще 18 пензенцев. Всего с болезнью не справились уже 2520 жителей нашей области. Тем временем успешно завершили лечение еще 78 пациентов. Теперь им предстоит длительный курс реабилитации. Всего же выздоровевших стало 56 919 человек. Напомню, минимизировать риск заражения помогут меры профилактики, ношение защитной маски и использование антисептика. Самой же эффективной защитой по-прежнему остается вакцинация от коронавируса.